Наш клуб кавалеров ордена Александра Невского в городе Ленина создан 32 года тому назад. И вот сегодня, к сожалению, нет тех, кто создавал этот клуб. Ушли в мир иной. Ну что поделаешь, годы идут, а мы стареем, к сожалению. Хотелось бы еще пожить несколько лет для того, чтобы наши товарищи, которые ныне в клубе кавалеров ордена Александра Невского, по-прежнему своими подвигами, своими трудовыми делами и в воинской службе славили бывших сослуживцев своих и радовали своими успехами клуб кавалеров ордена Александра Невского. Ныне мы живем в такое время, что жизнь и деятельность клуба кавалеров ордена Александра Невского нужны нашей стране, особенно нужны молодому подрастающему поколению, чтобы ребята брали пример со стариков, бывших военнослужащих ордена, кавалеров ордена Александра Невского. Я уверен, что подрастающее поколение возьмет от нас, стариков, все доброе и хорошее, чтобы честно, добросовестно служить нашей Родине. Пользуясь случаем, дорогие товарищи, я от имени кавалеров ордена Александра Невского, всего нашего, всех членов нашего клуба кавалеров ордена Александра Невского, поздравляю вас и выражаю искреннюю благодарность за память, за добрые дела, которыми вы поддерживаете жизнь и деятельность клуба кавалеров ордена Александра Невского и имя нашего святого полководца Александра Невского. Дорогие друзья, я ровесник тех времен, когда наша Родина переживала трудные годы своей жизни и деятельности, военный период. И мне, как одному из рядовых участников Великой Отечественной войны, досталась честь служить, трудиться и воевать в клубе кавалеров ордена Александра Невского. Я рад, что имя Александра Невского не забыто, и сегодня молодежь, которая входит в наш клуб кавалеров ордена Александра Невского, своими делами, своим трудом поддерживают это знаменитое имя в нашей стране. Спасибо вам, дорогие друзья!